Каникулы продолжаются. Впереди у нарьянмарских школьников еще месяц отдыха, а это значит, что есть время не только подготовиться к школе, но и весело и с пользой провести время. Этнокультурный центр представляет цикл мероприятий «Культурные каникулы». Я на бочке сижу, слезы катятся, денег нет, ни гроша, кушать хочется. Прыжки через импровизированные нарты, зорница, пирог, удочка, золотые ворота – все это старинные игры русского, ниньского и коми народа. В течение лета сотрудники этнокультурного центра проводят для детей интерактивные программы, арт-мастерские, викторины и игры на свежем воздухе, что уже стало доброй традицией. Кто-то знает уже, кто-то приходит специально. Вот. Но играем мы в русские народные игры, в ненецкие игры, в коми-игры. Есть уже любимые, которые у нас уже дети приходят, когда кто ходит каждый раз. Сегодня, к сожалению, у нас только берут из такого числа детей. Они уже сами даже говорят, что сегодня будем вот в эту игру играть, будем вот в эту играть. У нас есть уже любимые игры в пирог. Потом мы играем часто вот в удочку, которую вы сейчас видели. Многие ребята именно во время таких игр знакомятся и приобретают новых друзей. Среди них Берута Гоерц, которая не пропускает еженедельные развлечения на площади Марацей. Мне очень нравится то, что все в каких-то костюмах. Все что-то надевают, не просто пришли в джинсах, в футболке. Вот. Мне очень нравится то, что здесь люди не просто ходят, как обычные. Вот взрослые же, они всегда, как мы считаем, неинтересные. Они, оказывается, могут быть такими интересными. Здесь это есть разнообразие игр, а не одна какая-то игра. То, что здесь есть чем заняться. Одна надоела, можно взять другое. С 1 августа развлекательно-игровые программы будут проходить по средам с 14 до 15 часов. Посетить мастер-классы можно по предварительной записи. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».